Друзья, всем привет! Сегодня в мастер-классе предлагаю вам вместе со мной сделать вот такое замечательное колье-уголок из бисера и бусин, беконусов. Если вам нравится результат, продолжайте смотреть это видео. Получается вот такое восхитительное колье. Очень оно такое лаконичное, строгое и очень красивое в плане того, что ажурная вот эта лента придает изящество и легкость данному изделию. Давайте вам покажу поближе это украшение. И если вам нравится результат, то продолжайте смотреть это видео. Все материалы перед вами. Это бисер у меня чешский прециоза, размер десятка, черный 23980, серебристый 78102 и беконусы серебристый 4×4 мм. Бисер я покупала в Мелодии бисера, а беконусы я покупала в магазине BB Craft. Вот такой набор. Восторг у меня от этих беконусов. Вы знаете, просто невероятные цвета. И очень хорошие по качеству. Они не облезают и не тускнеют. Вот такой целый набор. Если хотите, я ссылочку вам оставлю. Вот в таком боксе приходит все. Я им невероятно довольна, этим наборчиком. Так что от души рекомендую. Если вы занимаетесь, плетете из бисера, то я думаю, для вас такой наборчик будет очень даже кстати. Давайте приступим к работе. Я вдела, да, нитки крепкие и прочные. У меня вот такие ниточки для бисероплетения. Ссылочки я вам все оставлю под этим видео на все материалы, которые использую в данном уроке. Смотрите, я надела на оба конца иголочки. Мне так будет проще начать первый ряд. Начинаем работу с того, что набираем одну бисеринку на иголочку. Опускаем ее по центру нашей ниточки. По центру вот. Затем набираем на одну из иголочек беконус и проводим вторую иголочку параллельно первой, то есть обе наши иголочки проходят через этот беконус. Вот, опускаем вниз, должно получиться вот так беконус, и его держит как бы бисеринка. Затем набираю еще одну бисеринку, которую точно так же пройду второй иголочкой не навстречу, а параллельно. Вот так, то есть обе иголочки прошли в одну бисеринку. Вот. Опускаем все это вниз, выравниваем края. Получается вот так. Затем, смотрите, на каждую из иголочек я наберу по 5 бисеринок. 1, 2, 3, 4, 5. 5 набрала на одну иголочку. 5 набираю на вторую иголочку. 5. Затем, смотрите, я набираю одну черную бисеринку на иголочку. И точно так же, смотрите, я провожу вторую иголочку не навстречу, а параллельно, точно так же, как прошла первая иголочка. То есть вот так. Затягиваем все это, опускаемся вниз. У нас с вами получается первая вот эта центральная петелька с подвеской. Затем на каждую из иголочек я набираю по 5 бисеринок черного цвета. Пять на правую. Пять на левую,
Затем набираем одну бисеринку серебристую и проходим ее параллельно второй иголочкой. Так мы будем мучиться недолго. Мы первый только ряд с вами плетем двумя иголочками. Ну, мне так проще. Можете плести одной иголочкой, как вам больше нравится. Вот что должно получиться. Так. Затем, смотрите, набираем на каждую иголочку по 3 бисеринки серебристые. 3 на левую, 3 на правую. После чего на каждую из иголочек я набираю еще по 2 бисеринки черные. 2 набрала на правую иголочку. Так. 2 набрала на левую иголочку. Затем я набираю на иголочку одну бисеринку серебристую, которую прохожу второй иголочкой параллельно первой. То есть вот так, в ту же сторону, что и первая. Выравниваю иголочки, выравниваем плетение. Вот. И опускаемся в самый низ, затягиваем. У нас с вами должно быть в каждой вот этой петельке, вот петелька и вот петелька, по 5 бисеринок. Это сетка на 5 бисеринок в ячейке, то есть вот это считается ячейка, и по 5 бисеринок имеет каждая сторона. Затем, смотрите, мы с вами будем набирать дальше. Так. Серебристая. Секундочку. Так. Затем набираем на каждую из иголочек по 5 бисеринок серебристых. Я набираю 5 бисеринок на правую иголочку. Набираю 5 бисеринок серебристых на левую иголочку, набрала 5 на левую, 5 на правую. Затем набираю одну бисеринку также серебристого цвета, которую прохожу второй иголочкой параллельно, то есть вот так. Точно так же затягиваю работу, подтягиваю обе ниточки. Такая первая наша с вами снизка получается. Затем набираю на каждую из иголочек. Так. Набираем на каждую из иголочек по 2 бисеринки черные. 2 набрала на правую, 2 бисеринки набираю на левую. И затем еще набираю по 3 бисеринки серебристые на каждую из иголочек. 3 бисеринки набрала на правую, 3 бисеринки набираю на левую. И еще одну набираю бисеринку серебристого цвета, которую прохожу параллельно второй иголочкой. Вот так. Затягиваю. Получается вот так. Набираем на каждую из иголочек по 5 черных бисеринок. 3, 4, 5 набрала на правую иголочку. Теперь 5 набираю на левую. 2, 3, 4, 5. 5. Затем набираю одну черную бисеринку, которую прохожу второй иголочкой точно так же параллельно. Вот на этом наша с вами работа двумя иголками заканчивается. Мы с вами сплели центральную часть нашего будущего колье. Это было самое сложное в данном моменте. То есть набрать двумя иголочками, вот так вот помучиться немножко. Вы можете плести, но просто мне так удобнее плести и больше нравится. Вот. Теперь ниточки связываем между собой. То есть просто завязываем узелок. Вот. Иголку сняла я одну. Теперь работаем одной иголкой, как нам с вами привычно. Оставила одну иголочку, и мы с вами продолжаем работу. Итак, вот такая центральная снизка у нас с вами получилась. Затем работать будем
одной иголочкой, как я уже сказала, и набираем на иголку 6 бисерин черного цвета. 4, 5, 6 бисерин черного цвета набрала. И смотрите, проходить мы будем под центральным бисеринком каждой петли. Центральная из 5, она третья по счету, вот она. Так, стоп, увеличить надо. Угу. Так, 6 набрала, в центральную прошла. Получается у нас с вами первая петелька, вот она. Вот. Затем набираю на иголку 2 черные, 1 серебристая, 2 черные. Вот такой набор. И проводим иголку через центральную бисеринку. Она у нас серебристая, вот она, перед черными. Вот. Затягиваем. 3 серебристые, 2 черные. Раз, два, три. Раз, два. Вот такой набор. Проходим иголочкой через центральную серебристую бисеринку вот этой петли. Подтягиваем. Все время подтягиваем нитку. Затем наоборот набираем 2 бисеринки черные, 3 бисеринки серебристые. Проходим иголкой в центральную бисеринку серебристого цвета. Вот она. Первая после двух черных. Вот. Первая после двух черных. Затянули. Следующая петля. Затем набираем на иголку 5 бисеринок черного цвета. 4, 5, 5. Проходим иголкой в центральную бисеринку черного цвета. Вот так. Затягиваем. 3 бисеринки набираем черного цвета. 1 биконус и 1 бисеринку в начале. Опускаемся вниз по ниточке. Смотрите. Проходим в обратном направлении через биконус и первую бисеринку. Это нужно для того, чтобы биконус не порезал ниточку. Вот. Так, идет запись, идет. Затягиваем нитку, набираем 5 бисеринок еще черного цвета и проходим иголочкой, смотрите, вот в эту центральную бисеринку предыдущей петли, вот она, вот петля, дуга, и мы проходим в центральную бисеринку. Затягиваем, получается вот такая петелька с биконусом. Так, есть, затем я набираю на иголочку 5 бисеринок черного цвета, 3, 4, 5. Прохожу иголочкой через вот эту первую перед двумя черными бисеринку серебристую. Вот. Затем следующая петля у нас содержит все бисеринки серебристые. То есть я набираю на иголочку 5 бисеринок серебристого цвета. 5. Провожу иголочку, смотрите, в центральную бисеринку после двух черных. Вот. Подтягиваю. Ой. Упустила. Подтягиваем нитку. Следующая дуга у нас содержит, или петля, 2 бисеринки черные, 3 бисеринки серебристые. И проходим иголочкой, смотрите, в центральную бисеринку, она у нас серебристого цвета. Затем набираем на иголочку 3 бисеринки серебристого цвета и 2 бисеринки черные. Вот так. И проходим иголочкой, смотрите, через центральную бисеринку черного цвета, вот она. То есть проверить себя очень просто. Вверху у вас должно остаться 1, 2, 3. 3 бисеринки черного цвета. Так. Затем на верхнем повороте мы с вами набираем. Так, набираем на верхнем повороте 11 бисеринок черного цвета. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Набрали с вами 11 бисерин черного цвета. Проверяем себя. 5, 5 и 1. Так. Затем опускаемся вниз по ниточке. Так. Пропускаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бисеринок. Мы пропускаем, то есть не трогаем их, отодвинули. И иголочкой проходим через вот эту бисеринку.
Так, затягиваем нитку. Получается у нас с вами вот такая петелька. После этого мы набираем на иголочку 2 бисеринки черного цвета и 3 бисеринки серебристые. Так. И проводим иголку через вот эту серебристую бисеринку вниз. У нас получилось как бы вот такое расширение, то есть мы петельку вверх пошли, расширили наше с вами полотно бисерное. Затем плетем вниз и набираем на иголочку 2 черные бисеринки. Одна серебристая, 2 черные. Вот такой набор. Проводим иголку вот в эту бисеринку серебристого цвета. Центральная. Затягиваем. Вот так должно у вас получиться. Следующая петелька у нас 3 серебристые, 2 черные. 3 серебристые, 2 черные. Проводим в серебристую центральную вниз. Следующая петелька у нас 5 бисеринок черных. Набрали 5 черных, прошли центральную черную предыдущей петли. Затем я набираю на иголку 3 бисеринки черного цвета, 1 биконус и 1 бисеринку черного цвета. Вот так. Опускаюсь вниз, провожу иголку через биконус и бисеринку в обратном направлении. Затем набираю на иголочку еще 5 черных бисерин. Провожу иголку в центральную бисеринку предыдущей петли черного цвета. Вот она. Подтянули нитку. Набираем на иголку 5 бисеринок еще раз черного цвета. 5. Проводим иголку вот в эту бисеринку серебристого цвета. Вот. Затем набираем 3 серебристые бисеринки, 2 бисеринки черные. Проводим иголочку вот в эту серебристого цвета бисеринку. Затем набираем наоборот 2 черные, 3 серебристые. Проводим иголку в центральную бисеринку серебристого цвета. Вот она. Затем набираем на иголку 2 бисериночки черные, 1 серебристая, 2 черные. И проходим иголкой, пропускаем здесь 2 на петельке, в третью проходим иголкой. То есть вот тут с этой стороны от ключевой до ключевой 1, 2, 3, 4, 5 бисерин должно у вас остаться. Вот, прошли. Затем набираем на иголку 11 черных бисерин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Набрала 11 бисерин черных. Опускаемся вниз по ниточке. Точно так же пропускаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бисеринок мы пропускаем с вами, не трогаем их. В девятую мы проводим иголку в обратном направлении, то есть по направлению вниз. Так. Вторая петелька у нас с вами готова. Затем после этой петельки я набираю на иголочку 2 бисеринки черные, 3 бисеринки серебристые. Провожу иголочку, смотрите, вот в эту бисеринку, которая у меня серебристая. Вот она. Затем 3 серебристые, 2 черные, 3 серебристые и 2 черные. Проводим иголку, смотрите, вот в эту серебристого цвета бисеринку. Затягиваем. Так, после этого мы набираем на иголочку так, 5 серебристых бисерин. 1, 2, 3, 4, 5. Набрала 5 серебристого цвета бисерин. Проводим иголочку, смотрите, в центральную бисеринку. Она у нас серебристая. После черных. Вот она. Затянули. После чего набираем 5 бисеринок черных. 1, 2, 3, 4, 5. И проводим иголку в центральную бисеринку черного цвета. Вот. Внизу снова мы с вами набираем 3 бисеринки черного цвета, 1 биконус и 1 бисеринку черного цвета. Вот. Опускаемся вниз по нитке.
проводим иголочку в обратном направлении через биконус и бисеринку. Затягиваем. Набираем 5 бисеринок черного цвета. И проводим иголочку в обратном направлении через центральную бисеринку, которую мы недавно с вами поставили. Вот она. Затянули. У нас уже внизу 4 с вами образовалось биконуса. Затем 5 бисеринок набираю черных. И входим вот в эту бисеринку центральную из 5 серебристых. Затягиваю ниточку. Сейчас я поменяю ниточку, вернусь к вам. Продолжаем работу. Набираем на иголочку 2 черные, 3 серебристые. Набрала. Провожу иголочку через центральную бисеринку серебристого цвета. Затянула. Подтягиваю, чтобы узелок спрятался в бисеринку. Затем 2 черные бисеринки, 1 бисеринка серебристая, 2 черные бисеринки. Провожу иголочку в центральную бисеринку перед двумя черными, она серебристая. Затем набираю на иголку. Так. Нитка запуталась, секундочку. 3 бисеринки набираю серебристые, 2 черные. Так. И проходим в центральную бисеринку. Она у нас прям вот тут выпирает. То есть 2 пропустила, в третью вошла. Затянула. Вот. Затем на верхнем повороте, как всегда, мы с вами набираем 11 бисеринок черного цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 бисеринок черного цвета. Опускаюсь вниз по нитке. Пропускаю 8. Пропускаю 8. В девятую провожу иголочку снизу, сверху вниз. Делаем петельку, верхний поворот. Подтягиваем, получаем вот такую петельку. Затем набираю на иголочку 2 черные, серебристые, 2 черные. Провожу иголку в серебристую, в центральную. Затянула. Затем 3 серебристые, 2 черные. 3 серебристые, 2 черные. Проводим иголочку в серебристую. Затем наоборот набираю 2 бисеринки черные, 3 серебристые. Проводим в центральную бисеринку серебристого цвета перед черными. Вот она. Затягиваем. Набираем на иголочку 5 бисеринок черных. Проходим через центральную бисеринку вот этой петельки. Оказавшись внизу, мы с вами набираем 3 бисеринки черные, биконус и еще бисеринку черную. Вот так. Ой, какой-то попался биконус. Кривенький. Так, вот так набираем. Опускаемся по ниточке к нашей работе. Проходим иголочкой через биконус и через первую ближайшую бисеринку в обратном направлении. Затянули. Затем набираем на иголку 5 бисерин черных. Проходим в обратном направлении через центральную бисеринку черного цвета. Повернулись. Снова набираем 5 бисерин черных. Проходим в центральную бисеринку. Она у нас серебристая. Затем набираем на иголку 5 бисеринок серебристого цвета. 3, 4, 5 бисеринок. Проводим иголочку через центральную бисеринку серебристого цвета после 2 черных. Подтягиваем. Так. Затем 2 черные, 3 серебристые.
2 черные, 3 серебристые. Проводим иголку в серебристую бисеринку. Так. Затем набираем наоборот 3 серебристого цвета бисеринки и 2 бисеринки черные. Проводим иголку в третью после ключевой черную бисеринку, нашу иголку. На верхнем повороте мы с вами будем набирать 11 бисеринок черного цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Набрали. Опускаемся вниз по ниточке. Пропускаем 8 бисеринок, проходим иголочкой через 9 в обратном направлении. Затем набираем на иголочку. Так, 2 черные, 3 серебристые. Так, проводим иголочку через первую бисеринку, она у нас серебристого цвета, вот она. Затем набираем на иголочку 2 черные, серебристую, 2 черные. Проводим иголочку через бисеринку серебристого цвета перед черными. Затем набираем на иголочку 3 бисеринки серебристого цвета, 2 черного. Проходим иголочкой через вот эту центральную серебристую бисеринку. Так. Затем набираем на иголочку 5 бисеринок черных, 3, 4, 5. Проводим иголочку в центральную бисеринку черного цвета. Затем набираем на иголочку 3 бисеринки черные, 1 биконус и еще одну бисеринку черную. Проводим иголочку, смотрите, через этот биконус и следующую за ним бисеринку. Затем набираем 5 бисеринок черных. Проходим иголочкой через центральную бисеринку черного цвета. Так. Вот такое плетение. Я думаю, что дальше вы сможете продолжить самостоятельно. Количество вот этих ромбиков вы выбираете на ваше усмотрение. Но я, наверное, сделаю, наверное, 4 или 5 таких ромбика. И дальше я буду сужать эту полосочку. Как сужать, я вам покажу. Так, давайте будем сокращать наш бисерный уголок. Я набираю 5 бисеринок черного цвета, прохожу через вот эту бисеринку центральную. И здесь точно так же, смотрите, я хочу сделать вот такие точно зубчики, поэтому внизу на нижнем повороте я буду набирать сейчас 5 бисеринок, чтобы у меня было точно так же, как и здесь, симметрично. То есть я набираю 5 бисеринок черного цвета. И провожу иголочку в обратном направлении через, петлю, центральную бисеринку петли, которую мы только что с вами добавили. Вот так. Вот. В обратном направлении мы с вами пошли. Напоминаю, мы с вами плели двумя иголочками. Вот вышла у нас вторая нитка. 6 бисерин. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набрали 6 бисерин на повороте, проводим иголку через центральную бисеринку, вот, затянули. Затем смотрим, следующая петля как идет. 2 черные, серебристая, 2 черные. И мы набираем 2 черные, серебристую, 2 черные. То есть мы плетем точно так же, как мы плели эту половинку. То есть мы смотрим по схеме вот эти петли сейчас. Проводим иголочку, но я вам один ряд покажу, а дальше вы поймете, будете плести уже самостоятельно. Вы, не знаю, почему сбиваетесь на этом моменте. Вот, 2 черные, серебристая, 2 черные. Здесь точно так же. Следующая петля у нас, здесь смотрим, 3 серебристые, 2 черные. И мы здесь набираем 3 серебристые и 2 черные. Проходим иголочкой через центральную бисеринку
вот этого ромбика внутреннего, центрального. Вот, затянули. Затем смотрим, какая у нас следующая идет. Следом петелька идет 2 черные, 3 серебристые. Мы набираем 2 черные бисеринки и 3 серебристые. И проводим иголку в серебристую. То есть отражаем, как в зеркальном отражении идет, так и мы с вами зеркалим вот это плетение. То есть ничего здесь сложного нет. Вот, проплели. Затем следующая петелька у нас 5 бисеринок черных. Мы точно так же набираем 5 бисеринок черных. Так, проходим иголкой в центральную черную бисеринку. Так. Так, затем точно так, как мы делали с вами, набираем 3 бисеринки черные, затем биконус и еще бисеринку черную. Дальше, девочки, плетем аналогично, то есть точно так же, как мы с вами плели вот эту сторону, точно так плетем и в обратную сторону. Ну вот, друзья, что у нас с вами получилось. Вот такое колье. Как видите, плетется оно совсем не сложно, а выглядит очень достойно, красиво, стильно и лаконично. Кроме того, мне очень нравятся вот эти ажурные ленты, которые восхитительно смотрятся на шейке. И, конечно, такой стильный лаконичный уголок подчеркнет ваше изящество, вашу красоту. Ну вот такой мастер-класс у меня получился. Если вам нравится, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. А на этом я вам говорю до встречи в новом мастер-классе. Всем пока!